Конфликт в вагоне электропоезда произошел в 9 часов вечера. В это время Сергей со своим другом возвращались с работы. Поведение одного из пассажиров насторожило приятелей. Мужчина задирался к ним. Мы решили перейти в другой вагон. И когда встали, получил удар в лицо. Кто получил? Я получил удар в лицо. Дальше как бы я уже не помню. После сильнейшего удара Сергей потерял сознание, был доставлен в больницу. Диагноз – контузия глазного яблока тяжелой степени с отслойкой сетчатки. Зачинщик драки, а им оказался 28-летний москвич, признался, что накануне много выпил. Ему показалось, что потерпевший косо на него смотрел, оттого сильно завелся. Конфликт как начался? Слово за слово начали драться в вагоне? Чтобы... Да, даже практически без слов. Так, жестикуляцию. Мимикой неприлично, потом руками, и потом конфликт непосредственно перешел к рукоприкладству. Вину свою задержанный полностью признал, в содеянном раскаялся. Мужчина говорит, что после драки пытался самостоятельно оказать потерпевшему первую помощь. Отделом дознания было возбуждено сразу два уголовных дела. По пунктам, а частям вторым статьи 115 и 116 УК РФ – это побои, а также умышленное причинение легкого вреда здоровью. Задержанного ожидает суд. Ему может грозить до 3 лет лишения свободы с возмещением вреда, причиненного здоровью.